Ребята, а вы знали, что я добавляю самых активных подписчиков в друзья? Если ты хочешь оказаться в списке моих друзей, то все, что тебе надо сделать, это проявлять активность у меня на странице ВКонтакте, лайкать посты, оставлять комментарии и репостить эти же посты. Ну и в конце дождаться, пока я тебя добавлю. Так что, друг, я жду именно тебя и надеюсь, что ты зайдешь и подпишешься на мою страницу ВКонтакте. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Гастов Лейзин Джолч, у нас рубрика когда 5 онлайн, это битва за контейнеры. Всем здорово, чуваки. Ребята, вы просто посмотрите на сегодняшние контейнеры, в сумме у нас их 20 штук, и, ребят, за это уже надо поставить лайк и подписаться на канал. Ну, ребят, смотрите, мы с помощью рандома определяем 3 контейнера на 3 испытания, соответственно, одна тачка идет на одно испытание. И, ребята, после чего, как мы уже забрали наши тачки из контейнера, мы их быстро тюнгуем и проводим различные испытания, хоть которые можем получить баллы. Но вы, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Я сам сейчас готов глядеть в комментарии. И, ребят, давайте так. Сможете ли вы поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды? 1, 2, 3. Если вы поставили лайк и подписались на канал за 3 секунды, то вы самые крутые чуваки. Ну, я вам желаю приятного просмотра, а мы начинаем. Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что таких как ты 66%. Это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее остановить. Давай так, сыграем маленькую игру. Условия очень простые, и я надеюсь, то, что ты их сможешь выполнить. Сейчас же посмотри, если у тебя кнопка подписки горит красным цветом, то это неправильно. Жми на нее быстрее, чтобы она стала серой. Так ты выиграешь в этой игре. А чтобы стать самым крутым победителем, нажми на колокольчик и поставь лайк данному видосику. Братан, я верю именно в тебя. Я надеюсь, то, что ты поставишь лайк, подпишешься на канал и оставь сейчас в креативный комментарий. Давай, друг, я верю именно в тебя. Вся надежда только на тебя. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, готовы открывать контейнеры. И, Лёха, ты готов? Я готов. Ну смотри, у нас есть 28 штук контейнеров. Это очень, ребята, очень, много. Очень это много. Просто жесть. И честно, я вот думаю, что вообще в них может находиться. Потому что там очень много различных техники. Я хочу себе самые быстрые реактивные тачки. Самые быстрые реактивные тачки, ничего себе. Ну, братан, смотри, перед этим, ну, как мы уже начнем открывать наши контейнеры, мы все же должны скинуться на камень, ножницы, бумага. Да, чтобы я был первым сегодня. Нет, вообще-то я сегодня буду первым. Так, ребят, давай, давайте напишем вот это вот, вот слово, и, в принципе, я думаю, выиграет. Лёх, ты готов? Да, я готов. 1, 2, 3, пау! Бумага! Бумага! Ох ты, какой маленький! Нормально. Так, ладно, давай еще раз. Так, я, наверное, напишу это, и сегодня это точно выиграет. 1, 2, 3, пау! Камень и камень! И камень! Так, давай еще раз. Так, бумага. Так, и просто 1, 2, 3, пау! Бумага минус. У меня бумага с черточкой, и тебя просто уничтожает. Да, ты конечно, понял? Моя бумага тебя победит. Ага, конечно. Ладно, все же опять нечаянно, ты просто жесть. Так, ладно, давай еще раз. 1, 2, 3. Пау! Блин! Нет, нечестно! У тебя с минусом, у тебя камень с минусом, братан. Ладно, окей, все же ты выиграл. И, братан, ты будешь первый у нас, в принципе, открывать контейнер. И вообще, как ты думаешь, что тебе сейчас выпадет? Число 14 хочу. 14? Ничего себе. Ну, я думаю, то, что тебе выпадет число 7. И, ребят, напишите ваши вообще любимые числа в комментариях. И вообще, как вы думаете, что сейчас Лёхе выпадет? И, братан, давай, я уже спрошу у Алисы, что будет тебе выпадать. Алиса, она зашла от 1 до 28. Ну-ка, давай 14. Это число 10, так давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот этот контейнер. Мы его расстреляли. Давай, да, просто, наверное, тачку уничтожили твою. Так, ладно, все. Так, ну, братан, теперь я, в принципе, буду открывать. Мне кажется, ребят, то, что выпадет мое любимое число, восьмерочка, так как это мое любимое число, я его очень люблю. И, ребята, пишите ваши любимые числа в комментариях. Я делаю ставку на двойку. А я ставлю число на 8. Так, Алиса, она зашла от 1 до 28. Великий математик. Я-то понял, что я великий математик. Давай нормально. Алиса, она зашла от 1 до 28. Давай число 2. Выпало число 24. 24. Так, у тебя 10. Так, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, да, прям на твоим. Реально, вот прям на твоим. Офигеть, ребята, мы близко пока с Лехой. Ну, и, да, братан, ты готов второй контейнер открывать? Готов, хочу вторую. Тогда давай, я думаю, то, что тебе выпадет число 17, допустим. Как ты думаешь? Я делаю ставку на единичку. Самый единичку? Первый контейнер. Алиса, она завершила от 1 до 28. И это 1. Выпало
было число 9. Рядышком? Пятый? Рядышком, вот этот коттейнер, чё? Какой? Ну-ка, вот раз, этот, два, вот. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нифига себе, реально, нормально. Реально, просто у тебя десятый был соседи, контейнер. Соседи, соседи. Сразу, да-да-да-да, реально соседи. Так, я не удивлюсь, что мне выведет число 25, либо там 23. Так, и Алиса, так, братан, как ты думаешь, что мне выведет? Вот, 27. Вот 27? Ничего себе, я да. думаю, то, что у меня выведет число, ну, 28. Алиса, назови число от одного до 28. И это 27. Выпало число 10. Все, братан, я забираю твой контейнер. Рядышком. Вообще, какой рядышком это твой контейнер? Это мой контейнер. Алиса, назови число от одного до 28. Число 10. Ну, братан, да я тут точно уже забираю твой контейнер. Ладно, окей, все. Блин, что-то Алиса вообще какая-то... Ну, не тупая, но поганутая. Алиса, назови число от одного до 28. Это ее любимое число, ты понял? Выпало число 20. Ну, спасибо, воу! Алиса, то, что уже не 10. Так, ладно. Окей, в принципе, твой 10... Так, 15, это 24 22. 23, 21 и 20. Вот он. Так, все, пока я что... Попал, да, ты правильно все попал. И пока что, смотри, ты на первом ряду, я же на втором. И, братан, последнее число, последний контейнер сейчас мне будут. Как ты думаешь, что вообще мне выпадет? В смысле, тебе, а мне? О, ну и тебе тоже последний там давай, потом. Давай, я первый. Ты же первый. Ох, ты ж какой маленький. Давай, третий. Алиса, назови число от 1 до 28. Цифра 3. Число 7. Это так, число так, 7, братан. 10, Алиса. 9, 8, 7. Так, вот это. Чё? Так, седьмой. Реально, просто все на первом ряду. Так, я думаю, то, что мне выпадет число 15. Братан, я думаю, что мне выпадет число 15. Ну, Алиса, 14. Назови число от 1 до 28. 14. Да серьезно, мы соседи? Так, это вот этот вот контейнер. Братан, у нас почти похожая одинаково. Ситуация. Да-да-да. Так, раз, ладно, два, давай, братан, четыре, погнали. Пять, у тебя шесть, число семь, получается седьмой. 10, а у меня ну, 24. Да. Так, ну-ка. Так, так получается 24. Так. Это какой вообще контейнер? 5, 6, 7. Ой, тут тачка упала. Так, получается 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Так, вроде как я правильно считал, и, братан, знаешь, что это? Так. Это Lamborghini Urus. Что? Это Lamborghini Urus, ребята, это офигительный Урус? Внедорожник, реально, я ты тебе говорю. Ты охренел, что ли? Так, нет, братан, раз, это реально два, внедорожник, три, офигеть. Три, так, пять, нет, это круто, так, ладно, все, братан, я так, выезжаю, здорово, здоровщик. Раз, так, все. Два, три, четыре. Че ты там, что там тебе выпало? Тебе, Брутус. Если что, братан, следующее число было 9, а у меня 10. О, че, ты че мне, блин? Я уже вывез 10-ю. Так, а у меня было 20-е число, так, получается... Так, 15, 16, 17, 18, 19, давай, 20 давай. Это какая-то тачка, не знаю, что это такое вообще. Так, что это тачка? Я не знаю, что это за тачка, сейчас посмотрим я так. И эта тачка ни получается... Ни хрена себе это точило. Думаю, доминатор офигеть. Тебя победит. Офигеть. Это тачка Нео, ребята, блин, очень крутая тачка, это у нас электрокар получается. Так, у тебя доминатор, так, и Брутус. Офигеть, ребят, какой у тебя набор. Так, и последнее мое число, это 23. Так, 23 контейнер, так, это получается 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, вау, оу, щит. Братан, это очень крутой суперкар, так, я его сейчас... Вот так вот вывезу, давай, так давай, давай опа. О, спасибо, 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 братан. Ой, куда же залезть не можешь? Да пошел смотри, ты нафиг. Это получается суперкар, это какой-то суперкар, да, это у нас Феррари, и вот так вот вывожу ее, все. Да, это спорткар Гротти Италии GTO. Так, нифига и давайте, ребята, посмотрим и... Ничего себе, у тебя наборчик. Ничего себе, у тебя наборчик, братан. Так, получается, сегодня, ребята, у Лехи в наборе доминатор, Брутус из Арены Вар и вот такой вот офигительный BMW i8. У меня же Урус такой, да, внедорожник. Потом идет спорткар, кстати, второй спорткар. Капец, что за бред, ребята? Капец, у меня сегодня набор. Но, ребята, все же голосуйте, у кого набор сегодня круче и вообще лучше. Но мы уже с Лехой быстро тюнгуем наши тачки и проводим испытания. Ну что, ребята, мы уже прокачали наши тачки и готовы проводить наше первое испытание. Это у нас, ребята, водное самое. Ребят, смотрите, нам надо скинуть нашего оппонента водустого авианосца. И, ребята, у нас, в принципе, последний, соответственно, авианосец получает свой, ребята, первый балл. Илёх, ты готов? Я готов. Тогда давай, я тебя просто уничтожу на своем Урусе, наверное. Давай, иди сюда, сейчас на тебя прям. Здорово, Паш, как дела? Я наконец так, задний ход, так, полицейский разворот. Попал?
Что это такое? Блин, не попал. Что это за конкулька? Так, иди-ка сюда, Да ладно, да ладно. На, как будто... О, чё, взял, откинул меня. Летающий урус, так? Ты чё? Да, иди сюда, иди-ка сюда. Ай, больно, да чё, ребята, это просто издевательство. Мне кажется, а чё мне надо было? О, где ты? А, вот, сзади меня. Да блин, я думал, здорово. Нет, так нечестно, я думал это... Я думал, ты меня не видишь, и на тебя напасть. Ну ладно, ребята, так получается свой первый балл, и давайте уже перейдем к нашему второму раунду. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, готовы начинать наш второй раунд. И, Лёх, ты готов? Да, я готов. Тогда давай. Ой, блин, братан, ой, это все. Сейчас я разозлился и тебя просто уничтожу. На. Тихо, тихо, тихо. Вау, неплохо, неплохо. Я выжил, да, я выжил. А у тебя минус дверь. А у тебя минус дверь, я это вижу. Так, иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Чё ты мне сделаешь? На. Вау, да чё? Так, всё, так, ну-ка. У меня очень... Что за лох? Что за лох ты там? Прямо ко мне на таран. Иду, иду. Да, так, заворот, поворот, так. Что это такое? Это вот такой полицейский разворот, на. Могу тебя подтолкнуть. Братан. Оп. Чего? Это как? Нет, тихо. О, братан, мне кажется, тебе конец. Мне кажется, тебе конец, да. У меня таран есть, а у тебя пошел нафиг. Так, братан, давай-ка попробуй меня догнать. А, сможешь меня догнать? Здорово! Пфф, лох, это судьба, братан. А вот так, это сейчас же... будет просто вот уничтожение. Это, да, уничтожение. Я первый, нет, всё! Одновременно. Нет, нет, братан, ты первый все же упал, я получаю свой первый балл. Блин, что за тупизм был? Ладно, окей. Ребята, у нас счет 1-1, и давайте, ребят, перейдем уже к нашему третьему раунду. Ну что, ребята, у нас уже последний, завершающий, жесткий третий раунд. И, Леха, давай, раз, два, три, погнали. Тебе давай, конец, здорово. Тебе конец. Чё тачка не едет? Так, пау, Опа! Братан! Фух, я на секунду надо добивание, надо на добивание. Иди-ка сюда. Ай, вообще-то больно, вообще-то больно. Мне вообще нифига не так. Больно. Хоть я и в ракету улетел, ребят, но зато у меня есть очень хорошая идея. У меня очень хорошая идея, нет, стой! Нет, ребята, что, я все же упал. Да, я улетел, и, ребята, Лёх, получай свой второй балл на счет 2-1. И, ребята, давайте уже перейдем к нашему второму испытанию. Ну что, ребята, у нас уже второе испытание, это гонка, и Лёха, погнали! Сегодня я тебя просто уничтожу на своей Феррари. Вот просто, братан, она, мне кажется, очень медленная, вот именно в GTA. Вот в реальной жизни, ребята, я обожаю BMW i8 и всегда буду за нее топить. Так, братан, я вижу, ты там не очень, да, справляешься с управлением? Так, и... Ой, человека сбил. Капец! Ай, блин, просто... Так, не-не-не-не, сегодня... Ай, я врезался, я засмотрелся! Я засмотрелся на это! Так, я на тебя засмотрелся, пошел нафиг! Не обгонишь! Да куда? А, да-да-да, да-да-да, конечно, по встречке. Да-да-да, я посмотрел на записи, братан, но это было очень смешно. Я чисто ехал по обочине его обещать, когда он взял, ну блин, братан, капец, всё. Это было достаточно жестко. Так, пока что у нас вообще счет 3-1, ребята, это капец. Так, ладно, братан, я думаю, что все же я тебя выиграю. Не знаю, мне кажется, ты меня не выиграешь. Нет, не выиграю, а может... Нет, братан, я тебя выиграю, потому что счет у нас 2-1, и я тебя просто уничтожу, братан. Вот да этот балл, и потом уже в следующем испытании я тебя тоже уничтожу. Так, серьезно? Ладно, у нас, братан, километр у меня, кстати, остается. Сколько у тебя? Не знаю, у меня километр 15. 800 метров. Капец, ребята, вы просто посмотрите, как она едет. Она я очень... вообще тебя догнать не могу. Она просто реально быстрая тачка. Это капец, да? Ну, тебе жесть. Это, правда, повезло. Но зато у меня остался еще плутус для последнего испытания. Ой, ой, вот это вот я... Меня нанесло! Чё, братан, нет, здорово. Нет, здорово. А кто финиш берет? Как а я финиш беру. Все, ребята, я получаю свой уже, получается, второй балл на счет 2-2. И давайте, ребята, уже перейдем к нашему последнему испытанию. Ну что, ребята, у нас уже последнее испытание, это последний выживший. И, ребят, смотрите, на нас сейчас будут агриться танки, и кого последнего, ребята, оставят живых тут и побеждает, и получает свой последний балл. Лёх, ты готов? Я почти готов. Так, да, всё, давай, готов. Братан, все, я получаю 5 звезд и лучше разворачивайся. Лучше. Братан, стой. Я просто видел то, что мимо меня ракета пролетела. Серьезно, прикинь, да. Прямо возле меня. Так, ладно, ну-ка, где ты вообще находишься, Лёха? Я не далеко, кстати, от танка. А, да, ну, так, ну-ка. Так, пока что я вижу, тут только военные, пока что стреляют, я их тут
позбивай, вот, думаю, на! Вот, аккуратно, он прям так, в миллиметре от меня прям выстрелил! Прям миллиметре от тебя! Тихо. Чего, где просто ты? Просто над крышей так, пролетела пуля! Офигеть! Так, ой, пуля, ладно, снаряд! Точнее, я понял, да, так, ну-ка, пока что я ничего особо-то не вижу, я не вижу танков, ну, я не смотри, вижу у тебя. У меня есть хотя бы так, броня, знаешь? У тебя, ну, братан, тебя это не спасет, мне кажется, почему от танка, это? Потому что это очень... Не едь на меня, то... Братан, джипы. Я лучше... Братан, едет, едет! Я... Ты дурак, что ты... Зачем ты меня подставил? Братан, это был я, это был не я. Ты просто подставил меня. Нет, братан, я тебя... Ребята, пиши комментарий, я его подставил или нет? Ты меня толкнул, я не смог вырубить. Мне кажется, я все же его не поставил. Реально, блин, братан, я получаю уже свой последний балл на счет. На счет получается 3-2, ребята, и я побеждаю в этой серии, ребята, со счетом 3-2. Если вам данный ролик понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, а сейчас топ этим комментарий. Естественно, не забудьте, ребята, подписаться на мой канал с колокольчиком, чтобы не искать новенькие ежедневные видосики, которые выходят в 16:30 по МСК. Ну и, ребята, не забывайте также подписываться на Леху, ссылочка будет на Леху в описании, он пилит годный контент. Ну а с вами был FlazingGel. Всем удачи, всем пока, народ. Всем пока, да, чуваки.